С момента съемок прошлого клипа Сергея Зверева прошло, по словам звезды, лет 5. И вот король гламура набрался сил, покрасил волосы в розово-фиолетовый и снял видео на новый трек с символичным названием «А мне под 40 лет». Да-да, вы не ослышались. Придя к солидному для себя возрасту, перед командой «Мотор» Зверев делится жизненным опытом. Например, вам уже неделю не дают. Ну, а вы возьмите и преподнесите вашей любимой креативно мороженое. Возьмите, скажите, что вы сделали его сами. Вытащите из упаковки и украсьте вареньем, ягодами. Съемочную площадку компания Rabbit Film развернула в фитнес-клубе. Зверев, к слову, там гость нечастый, но с таким рационом, как у него, положение обязывает. Очень люблю печь, люблю всякие десерты, сладости сам делать. Героиню выбирали под стать королю гламура. Шубы, волосы до колен и обувь – любимый атрибут суперзвезды. Когда я пришел в гардеробную Кани, там невероятная обувь, но это единственная скромная обувь была. Новое фэшн-видео о том, как прекрасно выглядеть, когда тебе под много лет, ловите совсем скоро в эфире телеканала РУ-ТВ.